Работники Самарского районного нефтепроводного управления занимаются транспортировкой черного золота, а также поддерживают систему трубопроводов в надлежащем состоянии и обеспечивают охрану окружающей среды. Юбилей собрал вместе тех, кто трудится в организации в настоящее время, и ветеранов управления. Мне посчастливилось застать строительство магистральных нефтепроводов таких гигантов, как Куйбышев-Лещанск и Куйбышев-Тихорецк. Куйбышев-Тихорецк – это вообще экспортная труба, которая в настоящий момент поставляет нефть всем поставщикам за границу. Лучших представителей отрасли наградили почетными грамотами и благодарностями руководства предприятия, а также региональных министерств промышленности и торговли и образования и науки. Очень нравится интересная работа, напряженная, не дает свободного времени практически, но это интересно. Успехи сотрудников Самарского РНУ отмечаются не только на местном, но и на федеральном уровне. Портрет монтажника Александра Ховрина в этом году пополнил галерею почета ПАО «Транснефть». Я сам даже не ожидал. Начальник ЦРС сказал, что надо ехать в Москву на награждение, на доску почета, в Москва-Сити. В настоящее время на площадках Самарского РНУ проводится масштабная реконструкция. К 2023 году система трубопроводов станет еще современнее, безопаснее и надежнее. Благодарю всех работников, пенсионеров Самарского РНУ за ваш труд. Нас ожидают в дальнейшем новые свершения, победы. С праздником всех! От всей души мы поздравляем в первую очередь коллектив, потому что благодаря вот именно профессионализму, самоотдаче, трудолюбию коллектива мы имеем такие результаты и, самое главное, имеем предприятие надежность, потому что такой парк, который присутствует в Самарском управлении, такой состав оборудования, один из крупнейших не только в России, но и в Европе. Светлана Слепкова, Тимур Набиев, Новости губернии.